Thank you.
бравлеров, которые у меня есть. Ситимобил. Мы делаем праздник ближе. Успейте побывать везде, где планировали, и даже там, куда вас пригласили, прямо сейчас. Ситимобил. Не пропустите ни секунды праздника. В этом видео чемпион броубола дяденька Фрэнк отправляется забивать кучу голов и ломать всем пуканище. Сегодня безумный челлендж, нужно выиграть очень много игр в броубол и при этом ни разу не проиграть. Ну что, давай посмотрим, сумеем мы или нет. Дяденька Фрэнк Месси и тетенька Роза Роналдовна сейчас в пати устроят такую жаркую битву за кубасяны, что просто будет жарко. Готовь вентилятор, будет реально жарко, будешь гореть. А если за 3 секунды ты подпишешься на канал и поставишь лайк, то в этом году тебе выпадут все бравлеры, которые существуют и которые появятся. Но только если успеешь. Время пошло. 1, 2, 3! Да начнется броубол! Всем привет, друзья! Вы на канале Веселый Кот, и со мной сегодня котенок Лайк. Мы сегодня собираемся играть в броубол. Я себе выбил новых бравлеров. Наконец-то Фрэнк. Фрэнк просто в броуболе. Это вообще красота, пушка. Ух, будет круто. Че ты, котяра, готов? Да, готов. Мы уже погнали, видимо. Да, мы уже отправляемся. Сейчас будем забивать. Я Фрэнк Месси, ты... Роза Розовна. Я Роза Роналдовна. Роза Роналдовна, ну ничего себе.